с начала бытия. Врожденной потребностью и обязанностью человека было передавать эволюционное знание от одного поколения к следующему. От первобытных рисунков до египетских иероглифов, от закрытых свитков и старинных книг с кожаным переплетом до микрочипов, все лидеры предыдущих эпох искали способы оставить свои знания для учеников будущего. Войдите в новое тысячелетие, здесь и сейчас. Многие из сегодняшних лучших мыслителей из всех областей жизни поделятся тем, что они знают, чтобы вы могли создать изобильную жизнь, наполненную богатством, вдохновением, успехом и счастьем, применив эти ценные знания на практике. От конгрессменов до атлетов, от мотиваторов до кинозвезд. Это шанс всей жизни получить практические откровения от наиболее динамичной, вдохновляющие разносторонние группы героев нашего дня. И теперь они хотят поделиться своими стратегиями с вами, чтобы и вы тоже могли познать это, жить этим и передать это дальше. Добро пожаловать! Здесь начинается ваше путешествие. Где мы? Мы в банке, но этот банк не похож на другие. Позвольте я объясню. Его хранилище содержит не бриллианты, платину или золото, но нечто намного более ценное. Они содержат не вещи, а идеи, концепции, стратегии и мудрость, которые передавались через века и могут быть сравнимы или даже превосходить достижения современников. Как и в других банках, в этом можно класть и забирать со счета. Однако в этом банке вы можете снимать со счета столько, сколько захотите, и никогда не исчерпаете его. Фактически, чем больше вы извлечете, тем больше поступит на счет. Многие люди называют его банком неисчерпаемого изобилия. Хранилище, которое вы увидите здесь, можно разделить на четыре категории: богатство, вдохновение, успех и счастье. Почему именно эти концепции? Почему именно данные категории? Просто потому, что люди на протяжении своей жизни желают этих вещей сильнее всего. И вы заметите, что они составляют акроним WISH, что означает слово «желание». Здесь люди часто спрашивают: «Вы хотите сказать, что мы можем привлечь успех, пожелав его?» Нет, абсолютно нет, даже и близко. Но мы утверждаем, что если вы усвоите данные идеи и по-настоящему примените их на практике, то сможете жить наполненной жизнью, превосходящей ваши самые смелые фантазии, и сможете воплотить свои мечты и желания. Правда в том, что если вы хотите привлечь эти вещи в свою жизнь, вы должны начать действовать. Поэтому я прошу вас сконцентрировать внимание на ключевом компоненте для любого хранилища. Он называется наставничество. Это акт передачи информации от одного человека к другому. Наставничество может проявляться в различных формах. При личном общении, через книги, диски, курсы и даже фильмы. Одна из важнейших составляющих успеха — это наставничество. Наставничество сыграло в моей жизни большую роль. Я играл в баскетбольной команде Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе под руководством легендарного тренера Джона Вудена. Джон Вуден сделал великолепную карьеру. Его команда выиграла 10 чемпионатов за 12 лет. Если вы хотите сделать что-то великое, найдите того, кто преуспел в этом. Сядьте рядом, спросите его: «Как вы это сделали?» Он скажет вам, и следуя его словам, вы тоже сможете это осуществить. Если вы чего-то хотите от жизни, начните учиться у человека, имеющего результаты, которых вы желаете. Найдите его, позвоните ему, будьте настойчивы. Сделайте все возможное, чтобы найти отличного наставника. Если вы хотите иметь огромный успех, вы должны иметь наставника. Я в университете, в аудитории, и вижу букмистера Фуллера, который просто поражает меня. В своих изобретениях он использовал наработки Эйнштейна, который был его наставником. Я видел его геодезический купол и устройство для получения возобновляемой энергии.
следующие 7 лет я провел, путешествуя с ним по миру. Он был лучшим наставником, потому что называл себя просто учителем. Он стремился раскрыть потенциал каждого из 180 парней, которые, как и я, играли под его руководством. Самый простой способ стать экспертом в чем-то — это найти наставника. Вдохновляйте себя примерами людей, которые лучше вас. Ищите лидеров, ищите орлов, ищите людей, которых хотели бы видеть в роли наставника. Наставники есть везде. Вы всегда сможете найти подходящего наставника. И помните, задавайте правильные вопросы и применяйте ответы на практике. Когда ученик жаждет знаний, когда он готов учиться и принимать, появляется учитель. Мои примеры для подражания, мои герои, мои наставники. Линкольн, Джордж Вашингтон, генерал Паттон. Он знал, что нам нужно делать, все основы и ту работу, которую нужно проделать, чтобы попасть в пункт назначения. Именно для этого вам нужен наставник. Он дает вам план игры и показывает, как прийти туда, куда вы хотите. Чтобы иметь целостную систему, вам нужно иметь учителя или наставника, а затем быть наставником для других. Все именно так просто. Величайшее удовольствие в жизни — помогать другим людям, оказывать влияние на их жизнь и передавать им свои знания, чтобы они могли нести факел, когда вы покинете этот мир. Сейчас я нажму эту кнопку, которая запустит комбинацию, разблокирует замок и откроет хранилище. Там вы будете представлены вашим наставником, который поделится в этом фильме своими знаниями из банка мудрости. И когда это произойдет, я призываю вас следовать их советам. Во-первых, учитесь этому. Усвойте полученную информацию. Идеи будут сыпаться, как из рога изобилия. Быстрые во множестве. Ведь это то, чего вы хотите. Во-вторых, живите этим. Примените эти идеи на практике и начните жить по-настоящему. А затем, как и наставники, которых вы увидите, передавайте эти знания дальше. Давайте заглянем в первое хранилище. Богатство. Вы находитесь в хранилище богатства. Каждый человек хочет быть здесь. Но не все знают дорогу. Вы можете опросить 1000 лидеров, как они стали успешными, как они стали богатыми. И, скорее всего, вы получите 1000 разных ответов. В то же время спросите этих лидеров, какие шаги они предпринимали. И вы обнаружите общие принципы, которым все они следовали, чтобы прийти из точки старта туда, где они находятся сейчас. Итак, внизу выскочила надпись с моим именем. Я знаю, это забавно. Но многие думают, что я обучаю только миллионеров или работаю только с солидными организациями. Да, я занимаюсь и этим. Но помимо того, я обучаю местных ребят из своего города Сан-Диего в Калифорнии. Я хочу поделиться с вами историей молодого парня, с которым я работал. Его зовут Дэвид. Дэвид с Гавайев, как я называл его. Рост 180 сантиметров, в возрасте 14 лет. Он был хорошим парнем. Его отец рано умер, поэтому рядом не было человека, с которого можно было брать пример. Его подписали на наставническую программу, потому что он украл велосипед и воровал мелочи из карманов у одноклассников. И нет-нет, он знал лучший путь, но связался с плохой компанией. Поэтому я решил поработать с ним. Мы создали свою команду. Это было замечательно. Через 2 месяца я заметил, что он начал делать успехи. Улучшились оценки в школе. В доме воцарился порядок. Я повел его в универсальный магазин, где мы ходили и смотрели на разные вещи. В результате мы остановились возле велосипедного отдела. Я сказал: «Дэйв, сделай себе одолжение. Выбери здесь любой велосипед, и ты сможешь его получить». Он посмотрел на меня и ответил: «О чем вы говорите? Я же еще ребенок, у меня нет денег. Я не могу купить велосипед». Я сказал: «Ну, тогда пойдем отсюда». «Нет! О чем вы говорите? Выбери любой велосипед, который хочешь, и ты сможешь его получить». Ему не хватало главного ингредиента любого успешного человека — уверенности. Вы должны всей душой верить, что то, чего вы хотите, достижимо для вас. Ваше отношение к делу — это ключ от двери к вашему успеху. Это то, когда вы уверены в своих будущих достижениях, потому что еще не было ни одного победителя, который бы не верил, что он или она заслуживает победы. Ни один человек не рождается с высоким уровнем уверенности. Я знаю это по себе. Но мне был необходим высокий уровень уверенности для той работы, которой я занимаюсь. Как вы воспринимаете себя, так вы воспринимаете окружающий мир, потому что в уверенности и высокой самооценке заключена сила. Станьте уверенными в мыслях, которые думаете, в словах, которые произносите. Вы преуспеете в той степени, в какой уверены в своем деле.
Если вы готовы сделать все необходимое, чтобы обрести уверенность в запланированном деле, то вы добьетесь больших успехов. Уверенность означает: я уверена, что сделаю все необходимое для осуществления своей мечты. Если вы не развиваете позитивные отношения, откуда же ему взяться? Говорите себе всякий раз и каждый день: мои дела идут все лучше и лучше. Я становлюсь все здоровее и здоровее. Я сильный, я бодрый, я чувствую себя великолепно. Давайте попробуем вместе. Я сильный, я бодрый, я чувствую себя великолепно. Эмоционально и с убеждением. Я сильный! Я бодрый! Я чувствую себя великолепно! Повторяйте это снова и снова. Чем больше вы это говорите, тем больше чувствуете. Большинство людей хотят поменять что-то вне себя. Свою карьеру, отношения или другие области своей жизни. Но правда в том, что когда меняетесь вы, ваше окружение меняется автоматически. Мы должны притягивать. Мы влияем на окружающих путем своего магнетизма. Мы должны превратить себя в такого человека, за которым захотят последовать другие. Жизнь — это профессиональный спорт, а не любительский. Играйте как профессионал, и вы получите профессиональные результаты. Не позволяйте чужим мнениям о вас становиться вашей реальностью. Научитесь жить, несмотря на любые мнения других людей. Воплощайте свои мечты, реализуйте свои желания, потому что вы на это способны. Уверенность, уверенность, что нам нужно? Уверенность. Жизнь наполнена смыслом и великолепна, когда вы каждый день в себе уверены. Когда он понял мою мысль, я сказал: «Давай, выбери себе велосипед». Он ответил: «Хорошо». И с большим энтузиазмом приступил к выбору. Прошло 30 минут. Он как будто вышел из какого-то шоу и воскликнул: «Та-да!» Я спросил: «Что это?» Он ответил: «Это велосипед, который я хочу». Я сказал: «Отлично, теперь он твой». Он ответил: «Я не понял, как я вообще могу получить этот велосипед?» Я сказал: «Что ж, теперь у тебя есть ясный образ велосипеда, ты потрогал и попробовал его. Это называется целью. Самый простой способ достичь цели – это иметь ее». «Да, это имеет смысл. Но что я могу сделать, чтобы реально получить его?» Я ответил: «Позволь спросить, а что ты умеешь делать?» Он ответил: «Я могу выгуливать собак, стричь газоны, мыть окна». Я сказал: «Вот видишь, как много идей возникает, когда есть к чему стремиться. И то, что ты только что сделал, называется разработка плана». Итак, он начал действовать по этому плану. Он написал объявления и расклеил их по всему городу. И в результате получил больше предложений о работе, чем мог принять. Каждый раз, когда я ему звонил, я спрашивал: «Куда пойдем? В кино или в закусочную?» Он отвечал: «Обратно в магазин». В конце концов, он заплатил за этот велосипед. И знаете, на это ушло меньше 2 месяцев. Мы выходили из магазина, и он вел свой велосипед рядом с собой. Я еще ни разу не видел такое выражение на его лице. Улыбка от уха до уха. Я спросил: «Я вообще не понимаю, как ты смог сделать это так быстро?» Он ответил: «Я применял то, что вы рассказывали мне о дупликации». «О чем ты говоришь? Я знаю, что дал тебе много уроков, но что ты имеешь в виду?» Он ответил: «Все было так. Мне платили по $10 за подстрижку газона. А другие ребята по соседству стали завидовать, сидя неподалеку и наблюдая за тем, как я зарабатываю деньги». «Хорошо, а что ты сделал?» Он ответил: «Я нанял их за $5, чтобы они работали на меня. В результате я собрал целую команду, которая стригла газоны у соседей, а я управлял процессом. Я даже купил себе футболку с надписью на груди «Начальник». Да, он был великолепен. Я похвалил его. Да, парень, это замечательная история. Мы загрузили велосипед в машину, и я спросил: «Как ты сейчас чувствуешь себя?» Он воскликнул: «Королем мира!» Я ответил: «Теперь ты достаточно уверен в себе». «Абсолютно». Потом я посмотрел на него и сказал: «Позволь спросить тебя кое о чем». «О чем? Как бы тебе понравилось, если бы кто-то украл этот велосипед у тебя, как раньше это сделал ты?» Да, это было бы ужасно. С этого момента он решил больше не попадать в неприятности. Фактически он полностью изменил свою жизнь, начав обучать других ребят в своей округе. Более того, местная телекомпания сняла о нем репортаж как о самом выдающемся парне, который изменил свою жизнь. Спустя 2 года другие ребята все еще работали на него, подстригая соседские газоны. Для него это был остаточный источник дохода. Возможно, вы спрашиваете себя: «Это, конечно, интересная история, но как это касается меня и моего состояния?» Это вас очень даже касается. Смотрите, он следовал тому же плану, которому следуют другие успешные и богатые люди. Все начиналось так. У него появилась цель.
Ведь без цели невозможно достичь пункта назначения. Один из ключей к успеху — постановка ясной цели. Ведь вы не можете попасть в цель, которую не видите. Но если вы видите цель и продолжаете по ней стрелять, то в конце концов вы в нее попадете. В середине жизни я потерял зрение. Поэтому провел первую половину жизни со зрением, а вторую — с видением. Обе этих способности чрезвычайно мощны и обладают своими преимуществами. Но если бы мне пришлось выбирать между зрением и видением, я бы выбрал видение для своей жизни, потому что оно делает множество вещей возможными. Мечты — это все, что нам нужно, чтобы двигаться оттуда, где мы сейчас, туда, где мы хотим оказаться. Я выписал для себя чек на $1 000 000, потому что хотел стать миллионером. Затем я размножил и поместил копии чека везде, где мог их видеть. И регулярно визуализировал то, чего хотел. Визуализация — это главная техника, которой меня обучили. И в конце концов я решила делать именно то, чему меня учили. Визуализация — очень мощная техника. Но где-то в середине нашего пути мы забываем мечтать. Мы теряем способность мечтать, которая и позволяет нам воплощать то, чего мы желаем. Сначала вы должны нарисовать в своем воображении то, что хотите воплотить. Что бы это ни было, будь это новая машина, новый дом, расширение бизнеса или отношения вашей мечты. Неправильно говорить. Я хочу сбросить немного веса. Я хочу работу получше. Говорите так. Я хочу заработать столько-то денег. Я хочу сбросить столько-то килограмм веса. Я хочу создать такую-то компанию. С абсолютной ясностью определите, чего хотите. Определенность управляет миром. Это числа. Это сколько стоит. Это какой длины. Это когда. Вы должны взять ее на вооружение, чтобы ваш разум воспользовался ей. Ведь наш разум — самый мощный из когда-либо созданных биокомпьютеров. И он не оперирует размытыми образами. Ему нужна четкость. Итак, как только у вас появилась цель, какой следующий шаг? Посмотрим на примере Дэйва. Он написал объявление. Помните, я спросил его, что ты можешь делать? Слишком часто люди фокусируются на том, чего не могут делать, или чего не должны говорить. А как было бы здорово спрашивать себя, что я могу сделать? На что я способен? Что я мог бы сделать со своей жизнью, если бы не было ограничений? Итак, Дэйв написал объявление, что он может выгуливать собак, мыть окна, подстригать газоны. Он составил список того, что умеет делать, а это называется планом. Цель без плана — это просто мечта. Ни один самолет никогда не поднимется в воздух без плана полета, без заранее намеченного пункта назначения. И если, взлетев, вы отклонитесь от курса всего на 1 градус, вы можете пролететь пункт назначения за 1000 километров. То же самое касается вашей жизни. Создайте свой план полета и придерживайтесь его. Представьте, что вы едете из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк без карты. Конечно, когда-нибудь вы туда попадете. Но вам все же лучше иметь определенный план. Концентрация. Сохраняйте концентрацию, ведь вы очень сильны. Направьте свою концентрацию на то, чего так страстно желаете. Поставьте цель. Затем подумайте, что нужно сделать, чтобы достичь ее. Затем разработайте план и следуйте ему на постоянной ежедневной основе. Каждый день просыпайтесь с мыслью о том, что будете делать сегодня, чтобы осуществить небольшую часть большой цели. Мы обычно не ходим в продовольственный магазин без списка покупок, чтобы не тратить время, усилия и энергию. Однако люди тратят больше времени на планирование 3-недельного отпуска, нежели своей жизни. Неудачники тоже имеют цели, но они тратят больше времени на планирование вечеринки, чем своей жизни. Вы должны иметь стратегию. Представьте группу строителей, пытающихся построить дом без проектных чертежей. Это было бы безумием. Итак, если вам нужен четкий и ясный план, чтобы построить дом, то как вы думаете, нужен ли вам четкий и ясный план для вашей жизни? Итак, как только вы поставили цель и создали план ее достижения, вам нужен третий шаг. И третий шаг мой любимый, потому что Дэвид сделал нечто особенное. Он сделал что-то, а это называется действие. Ничто не сможет заменить активную деятельность. Я знаю следующее. Успешные люди знают о законе притяжения, но также и о законе действия, который исполняет желание. Вы должны думать о цели, вы должны желать ее, и вы должны действовать. Закон компенсации работает таким образом. Должно быть действие и притяжение, что даст вам силу двигаться вперед. Когда вы решаете действовать, Вселенная понимает, что вы верите в себя, поэтому вы достигаете желаемого. Другими словами, по закону притяжения вы привлекаете желаемое самим своим существом. У всех нас есть страхи. Все мы иногда чувствуем беззащитность. Но если вы хотите чего-то достичь, вы должны действовать. Если что-то пугает вас,
Делайте это без сомнения. Не ставьте на себе крест, если боитесь. Сделайте свое видение большим, чем свой страх. Вы боитесь, я боюсь. Все мы боимся. Разница между успешными и неуспешными людьми в том, что первые действуют вопреки страху. Успех — это выбор, а не удача. Все, во что вы поверите, вы сможете воплотить. Например, в тренажерном зале люди часто меня спрашивают, как прийти в форму? Начните с одного отжимания в день. Это может звучать невероятно, но вы будете поражены, как одно небольшое действие, выполняемое регулярно, приводит к результатам, зачастую превосходящим ожидания. Начните откладывать по монете каждый день. Это разовьется в привычку, а привычка — сильная вещь. Каждый из нас знает людей, которые могут быть даже умнее нас, но дела у них идут не так хорошо. Помогая людям создавать бизнес, мы пришли к выводу, что наибольшего успеха добиваются люди, предпринимающие постоянные действия для достижения цели. Не самые умные, а те, кто делает то, что нужно, каждый день. Если бы мы могли сделать вас не таким умным, вам было бы намного проще начать действовать. Когда успешный человек говорит вам, что нужно делать, просто делайте это. Прекращайте думать об этом так много. Прекращайте размышлять и займитесь делом. Начните действовать сейчас. Итак, дела Дэвида шли хорошо. И казалось, у него все получается легко, потому что он следовал правилам. Но как он получил этот велосипед настолько быстро? Он сделал кое-что важное. Хотя многие люди упускают этот ключевой ингредиент для создания богатства. Видите ли, некоторые люди бросают работу и начинают собственный бизнес. Они становятся предпринимателями и начальниками самим себе. Но проблема в том, что у вас все еще есть начальник. Вы все еще работаете на кого-то. Будь это кто-то другой или вы сами. Дэвид поступил намного умнее. Он приумножил свои усилия, что позволило ему удвоить продуктивность, удвоить скорость и удвоить результаты. Речь идет о дупликации. У каждого из нас только 24 часа в сутках. Но когда мы дуплицируем себя, то можем сделать гораздо больше за тот же промежуток времени. Сила дупликации в том, что вы убираете себя из общей картины. Что если бы вы могли получать доход и при этом не работать? Вы все еще получаете деньги за то, что делали раньше, потому что оказали другим людям поддержку. Мы хотели писать не просто бестселлеры. Мы хотели написать серию бестселлеров. Мы с Джеком объединились вместе и создали систему, чтобы сохранить время, энергию и деньги. Потом мы привлекали к этой системе других соавторов, чтобы писать книги. И теперь у нас 127 книг, число которых быстро увеличивается. Я недавно выступал с речью, и меня попросили рассказать о моем доходе. И когда я готовился, то осознал, что из всех моих источников дохода нет ни одного, где я бы зарабатывал деньги один. Лучший способ создать денежный поток, текущий в вашу жизнь, это сотрудничать с другими людьми. Если вы зарабатываете деньги, то и они зарабатывают. Мы запустили продажи. Сначала продали немного. Но это придало толчок. Мы продавали книги на семинарах, мы мультиплицировали себя, продавая книги на аудиториях от 1 до 20 тысяч человек. Затем мы подключили других авторов. Мы запустили рекламу через СМИ и другие различные ресурсы. Таким образом, дуплицировав себя, мы продали 144 миллиона книг. Богатые люди понимают силу дупликации. Суть в том, чтобы работать с умом, а не с трудом. Прошло 2 года. Канал 10 снял о нем передачу, как о выдающемся парнишке, который изменил свою жизнь. Он все еще владел своим небольшим делом, которое начал пару лет назад. А другие мальчишки все еще работали на него. И знаете, что лучше всего? Неважно, что делал Дэвид, он получал оплату за их усилия. А это называется остаточным доходом. Остаточный доход, в моем понимании, это как посадить семена один раз, а есть фрукты до конца жизни. Почему вам нужно иметь остаточный доход? Задумайтесь на секунду. Хотели бы вы сделать нечто один раз, а получать оплату до конца жизни? Большинство людей проживают жизнь, делая свое дело лишь для того, чтобы регулярно получать зарплату. Вы можете иметь множественные источники дохода, чтобы получить возможность выбора. Однажды я проснулась и поняла, что кручусь как белка в колесе. Что это значит? Это жизнь от получки до получки. Несмотря на то, что я владела своей компанией, я должна была продолжать делать то, что делала, иначе бы мне не заплатили. Я сказала, что отныне буду откладывать 10% от своего заработка и после каждой завершенной работы буду покупать себе какой-нибудь подарок. И со временем, когда мои сбережения достаточно выросли, я взяла и инвестировала их. И продолжала покупать себе подарки.
И теперь у меня есть деньги, которые идут на сбережения и инвестиции, поэтому я могу позволить себе действительно классные подарки. Вы должны получать пассивный доход, чтобы иметь возможность делать то, что вам нравится, со всей страстью. Остаточный доход — это когда вы делаете работу один раз, а оплату за нее получаете снова и снова. Затем я поняла, что есть другой способ жить. Это мышление богатых людей. В чем разница? Они получают остаточный доход и используют время, энергию, усилия и деньги других людей. Это будет распространяться вокруг подобно волнам и вернется к вам в виде стабильного, постоянного, самоподдерживающегося остаточного дохода, который является самым лучшим источником дохода из всех. Последний кусочек мозаики в этом хранилище богатства сводится к данному финальному принципу. Мне он очень нравится. Смотрите, Дэвид понял кое-что. Конечно, он хотел велосипед. Он хотел реализовать свою цель. Но он окружил себя другими людьми и помогал им. Другие ребята по соседству стригли газоны за $5, чтобы осуществить свои цели. Купить свои велосипеды, о которых мечтали. В результате все сводится к следующему. Чтобы получить то, чего вы хотите, сначала помогите другим получить то, чего хотят они. Грег, это было замечательно. В этом вся суть. Ты мог бы привести пример из реальной жизни? Давайте я расскажу историю о человеке, с которым мне довелось дружить. Его зовут Джек. Он самый лучший наставник, которого я когда-либо имел в своей жизни. Я думаю, вы, наверное, его знаете. Знаете Джека? Если нет, то должны узнать. Я Джек. Как и многие лидеры, когда я начинал свой бизнес, вначале у меня были непростые времена. И на протяжении этого времени я учился у этого человека, которого называл «сварливый старик». Я вовсе не был сварливым. Он был особенным человеком. Я любил его. Он был очень важен для меня, потому что сделал нечто невероятное. Он был президентом общества «Залетные боевые заслуги». Правильно. Если вы выполняли миссию на войне и совершили геройский поступок, то получали почетную медаль. Это была большая честь. И человека, который управлял этой организацией, звали Джек. Однажды я шел по холлу, разговаривая с Джеком, и сказал: «Знаешь, Джек, у меня есть вопрос. Сейчас у меня нелегкие времена в бизнесе, ты не мог бы помочь мне советом?» Он посмотрел на меня и ответил: «Да, молодой человек, приходи завтра в час дня на ланч, и я расскажу тебе, как стать миллионером». Я воскликнул: «Что?» Он продолжил: «Приходи завтра, я объясню». «Хорошо». Я начал уходить, но меня надо знать. Я вернулся через 2 минуты. «Джек, я должен знать. Ты что, президент?» Он ответил: «Формально да. Ты можешь называть меня президентом, но люди просто зовут меня Джеком». Мы взяли небольшую идею и вырастили ее до огромных размеров. Возвращайся завтра, и я расскажу тебе, как и ты можешь это сделать. Спасибо, Джек, я это очень ценю. Я начал выходить из здания, но опять вернулся через 15 минут. «Джек, я должен знать, в какой компании ты президент». Он присел, показал застежки-липучки на своей обуви и спросил: «Ты когда-нибудь слышал о компании Velcro?» Я подумал: «Вау! Я хочу учиться у этого парня». На следующий день мы пошли на ланч. Он спросил: «Какой по-настоящему главный фактор устойчивого богатства?» «Прокладывай дорогу к миллионам через наставничество». Помнишь старое высказывание? Относитесь к людям так, как хотите, чтобы они относились к вам. Конечно. Это ложь. Относитесь к людям так, как они хотят, чтобы к ним относились. Относитесь к людям так, как они хотят, чтобы к ним относились. Ведь у всех людей разные цели. У каждого разные мечты. Но если вы поможете им достичь того, чего они хотят, вы получите обратно все, чего хотите сами. Да, это имеет большой смысл. Пойду и применю этот принцип уже сегодня. Каждый день я приходил в офис, куда приходило еще множество людей. И знаете что? Они больше не работали на меня. Они работали на свои цели, на свои мечты. И угадайте что? Продажи удвоились, затем утроились. И я получил все, чего хотел сам. Итак, ключевой элемент настоящего богатства — позволяющий получить то, чего хотите вы. Сначала помогите другим получить то, чего хотят они. Итак, вы поняли принципы, создали богатство и довольны собой. Позвольте задать вам вопрос: что вы будете делать со всем этим? Суть философии «Передай дальше» заключается в передаче от одного поколения к другому. Конечно, вы можете заработать кучу денег, но есть нечто более важное, выражаемое одним словом – наследие. Я гарантирую, что у вас уже есть идея создания песни, книги, пьесы, фильма или даже великого изобретения. Но вот в чем вопрос. Что вы делаете с этим? Представьте себе, что отпираете хранилище, содержащее великие идеи таких людей, как Эдисон,
Александр Грэм Белл, Форд и так далее. И сейчас вы узнаете о последовательности шагов, которые они следовали, чтобы вывести свои идеи из ума на рынок. Приготовьтесь. Пришел черед следующего хранилища под названием «Вдохновение». О, привет! Добро пожаловать в мою мастерскую. Вопрос. Скольких людей вы знаете, которые имеют идею на миллион долларов? И сколько из этих идей принесли миллионы? Думаю, немного или даже вообще ни одна. Как и вы, я считал, что имею идею на миллион долларов. Но я ошибался. У меня была идея на 75 миллионов долларов. Это произошло, что меня очень радует. Но это произойдет с вами, только если вы будете следовать определенным алгоритмам, чтобы вывести идею из своего ума на рынок. Первый шаг алгоритма — это катализатор. Момент озарения. Они есть у всех. Нужно лишь научиться распознавать их. Это шаг распознавания. Например, когда вы ведете машину, или моетесь в душе, или просыпаетесь посреди ночи от того, что испытали озарение. Идеи приходят ко мне, когда я прогуливаюсь возле океана. Мои моменты озарения приходят, когда я погружаюсь в красоту природы. Мои лучшие идеи приходят, когда я совершаю прогулки. Мои приходят, когда я в душе. Первый сценарий, который я написал и продал киностудии, назывался «Реклама на радио». Я сам хотел режиссировать его, но мне не позволили, потому что я был зеленым новичком, по мнению совета директоров. Через 8 дней они меня уволили, что было для меня сильным ударом. «Какова моя долгосрочная цель?» — спросили меня. Я ответил, «Я хочу быть президентом авиакомпании». И надо мной смеялись. Это придало мне решимости. Если хотите меня зажечь, сподвигнуть меня на действие, скажите, что я чего-то не могу сделать. Вернувшись домой в тот день, я зашел в домашний офис, сел за компьютер и сказал себе, я напишу сценарий фильма, который смогу снять сам на небольшой площадке при ограниченном бюджете, и никто не сможет мне отказать. Я знал, что хочу это сделать. Но пока не знал, каков будет сюжет, о чем я буду писать. Я сел, и тут на меня буквально снизошел момент озарения. Мальчик, перелезая через забор, за которым живет большая страшная собака, чтобы вернуть мяч. Мое озарение фактически стало результатом неполадок в моем организме. Мое здоровье было полностью разрушено, и в этот момент я задалась вопросом, что мое тело хочет мне сказать. Самое большое мое озарение снизошло, когда я был банкротом. И вот, прогуливаясь по колледжу и слушая кассету «Закон причины и следствия» спикеров Кейта и Роберта, я услышал что-то и схватился за голову. Боже мой, я сам это сделал! Я сам вызвал свое банкротство! Но если я сам его вызвал, то смогу и сам подняться, поменяв мышление. Мы хозяева своих мыслей. Однажды, когда я лежал в кровати... Мои моменты озарения посещают меня, когда я готовлюсь уснуть. Бум! Идея пришла ко мне в голову. Эта история... пришла ко мне из детства. В прошлом был случай, когда младший брат перебрался через забор, за которым жил пес по кличке Геркулес, как из того фильма, кстати. И этот пес сильно покусал брата за ногу. Поэтому я взял эту ужасную историю и, можно сказать, изменил прошлое, переписав его так, каким я хотел его видеть. Так появился фильм «Площадка». А здесь начинается самое интересное — концепция. Это то, что позволяет творить и воплощать продукт, сервис или бизнес, чтобы осуществить мечту или решить проблему. Закон притяжения — великий закон. Пребывая в правильном настрое и правильно используя свой разум, вы можете привлечь множество вещей, но есть и другие базовые законы, которые вы должны знать. Например, один из этих великих законов называется закон времени или закон созревания. И мы знаем, что как, например, морковным семенам требуется на прорастание 7 дней, так и вашим мыслям и идеям требуется время. Поэтому мы должны быть терпеливы и позволить закону времени или закону созревания работать на нас, пока мы используем закон притяжения. Вы должны помнить, что ваш разум — чрезвычайно плодородная почва.
Что вы посеете в нем, то в конечном итоге и пожнете. Если вы носите в себе боль, ограничения, пережитки прошлого, обиды, негодования и тому подобное, то обнаружите, что начинаете привлекать это в свою жизнь. Поэтому защищайте свою почву, сейте хорошие семена, и вы пожнете великолепный урожай. Инвестируйте в себя. Вселенная поймет, что вы заинтересованы, и направит вам вдохновляющую идею, которая изменит вашу жизнь. Есть правило под названием 90 на 10. Оно гласит, 10% времени, затраченного на планирование до начала выполнения задачи, сэкономит 90% времени при ее решении. Как вы думаете, что делают люди, чтобы придумать успешные идеи? Они уделяют время планированию. Они разрабатывают концепцию, задаются вопросами. Что я должен сделать с юридической точки зрения? Что я должен сделать с финансовой точки зрения? Что я должен сделать с торговой или маркетинговой точки зрения? И с точки зрения видения. Они проводят исследования, чтобы определить, обоснована ли их идея. Могут ли они продвинуть эту идею на рынок? И только потом они инвестируют свое время и деньги, чтобы развить эту идею и довести ее до конечного результата. Итак, какой лучший способ, или просто другой способ, чтобы не только вывести ваш продукт, сервис или бизнес на рынок, но и эффективно прорекламировать свою идею? Суть в том, чтобы полностью погрузиться в реализацию своей концепции. А когда все готово, вы можете делиться результатом с другими, потому что он принадлежит вам. Качество ваших результатов и вашей жизни является результатом качества вашей коммуникации. Не только вашей коммуникации с другими людьми, но, что более важно, вашей коммуникации с собой. Важно установить связь с собой, если вы хотите эффективно взаимодействовать с другими людьми. Меня недавно спросили, а что, обязательно нужно хвалить и подбодрять своих детей? Многие ведь этого не делают, не так ли? Ты опять что-то натворил, плохой мальчишка? Нет, ну сколько можно? Если вы не любите своих детей, как вы думаете, будут ли они любить себя? Говорите вдохновляющие, позитивные слова своим детям, своей супруге, друзьям, семье и самому себе. Внимательно относитесь к тому, что говорите. «Я счастлив! Я здоров! Я бесподобен!» Вместо того, чтобы говорить «О, это меня расстраивает!» Давайте попробуем вместе. «Я счастлив! Я здоров! Я бесподобен!» Давайте, вы можете лучше! «Я счастлив! Я здоров! Я бесподобен!» Повторяйте это снова и снова, день за днем, пока не поверите в это. Произносите позитивные слова. Позитивные слова становятся позитивными поступками. Каждое произносимое нами слово заряжено мощной положительной или отрицательной энергией. Нейтрального заряда нет. Начните обращать внимание на то, что вкладываете в свои слова, потому что они приведут либо к положительным последствиям, либо к отрицательным. Выбор зависит от вас. Ваше стремление к ясной коммуникации отразится на всех областях вашей жизни. Мы не можем сделать все самостоятельно. Наступит время поделиться идеями и найти целеустремленных людей, которые помогут осуществить нашу мечту. Раппорт — это сила. Раппорт — это отношение полного взаимопонимания с другим человеческим существом. И когда вы можете выйти на этот уровень, наладить двухсторонний диалог, тогда происходят чудеса. Я поняла, что лучшее, что может произойти во время диалога с другим человеком, это когда мы слушаем и действительно стараемся понять друг друга. Я осознаю, что ты здесь, и я здесь, и мы, два существа, создаем нечто вместе. И мы слушаем, мы сотрудничаем. У вас случались ситуации, когда вы думали о ком-то, с кем не говорили несколько месяцев или даже лет, и внезапно этот человек звонит вам из-за океана, или вы пишете e-mail кому-то, или набираете SMS, и перед тем, как нажать кнопку «Отправить», вы внезапно получаете сообщение от этого человека. Это и есть суть раппорта. Вы в прямых отношениях. Вы отправляете свои вибрации к человеку, и они возвращаются к вам обратно. Приверженность. С этого начинается бизнес. Она обязывает к усердию, она демонстрирует вашу ответственность. И когда вы обращаетесь к другим за помощью, они знают, что вы настроены серьезно, поэтому сделают все возможное. Приверженность. Вы должны придерживаться ее. Неважно, сколько стен окажется на вашем пути. Помните, однажды вы найдете свою дверь. Идите и сделайте это. У каждого в жизни есть цели и мечты, но лишь немногие добиваются их. Важнейший навык для успеха — это самодисциплина. Если вы по-настоящему привержены тому, чего хотите, то у вас есть способность заставлять себя делать то, что нужно, тогда, когда нужно, хотите вы этого или нет. Если вы способны на это, то сможете завоевать весь мир. Если вы на 100% привержены тому, что делаете,
то сможете победить, добиться успеха, преодолеть любые препятствия. Если вы привержены на 99%, то это лишь вопрос времени, когда вы потерпите неудачу. Вы должны взять на себя обязательства. Если вы хотите успеха, то должны заплатить полную цену. Первые 20-36 месяцев полностью посвятите себя построению бизнеса. Если вы не готовы посвятить столько времени, то даже не начинайте. Вам лучше вообще это не начинать. Но если вы решили это делать, делайте это ежедневно, потому что важен каждый день. Когда я был молодым, люди говорили мне: «Ты не сможешь стать директором, ты не сможешь летать по всему миру, у тебя это не получится». Но знаете что? Я продолжал бороться, я преодолел множество препятствий на пути, но я продолжал идти, идти и идти. И что забавно, теперь я летаю домой на собственном самолете. Иногда люди видят тех, кто добился успеха, и говорят: «А, у них всегда это было». Позвольте рассказать вам о моей карьере. Были моменты в карьере, когда я говорил себе: «Просто продержись еще одну неделю». Вы можете быть в положении, когда скажете: «Всего один день, еще одно дело». Если вы продолжаете действовать и проявляете упорную настойчивость, то в результате добьетесь успеха. Вы должны иметь отношение под названием «несмотря ни на что». Если начались трудные времена, так тому и быть. Если вам тяжело, делайте это усерднее. Если вы обладаете этой решимостью действовать, несмотря ни на что, без каких-либо оправданий, это даст вам необходимые силы для победы. Как мне это нравится. Но знаете, что мне еще нравится? Мне нравится капитал. Да, мне нравится финансовый капитал. Но когда я думал только о деньгах, мне не удавалось их добыть. Закрываю сделку, деньги текут рекой. Поэтому идея в следующем. Рассматривайте капитал как деньги, конечно же, но также смотрите на обратную сторону. Это человеческий капитал. Рассмотрите возможность задействовать усилия других людей, которых вы знаете. Используйте эти ресурсы, и тогда выиграет каждый. Ведь ни одна великая вещь еще не создавалась усилиями одного человека. Есть множество капиталов. Например, чей-то капитал может быть вашим капиталом. Капитал может быть интеллектуальным, эмоциональным или физическим. Но вот что важно понять. Каждый начинает с нуля. Каждый успешный человек когда-то не был таковым. Но он выстраивал свой интеллектуальный, эмоциональный и физический капитал, а затем приумножил его, чтобы достичь своих целей. Деньги и ресурсы не более чем инструменты, а не топливо для осуществления мечты. Вам нужна одна из двух вещей – либо ресурсы с друзей, либо ресурсы с денег. Вы – человеческий капитал. Вы – возможность, ожидающая своего часа. Ваш потенциал никогда не обесценится. Вы сами являетесь отличным человеческим капиталом, потому что вы чего-то стоите. Нам платят в прямой пропорции от нашей незаменимости и того, насколько человек мы влияем. Поэтому каждый день инвестируйте в себя и узнавайте больше об окружающих людях, чтобы всегда побеждать в игре жизни. Я представляю 70 племенных южных наций. Совместно мы составляем индустрию в 6 миллиардов долларов. Мы даем работу более 52 тысячам людей. Когда я решил снять фильм «Руди», у меня не было денег или капитала, но он был у других людей. Поэтому я выстраивал отношения с ними ради своей цели. Фактически, мы реинвестируем деньги в свою общину и друг в друга. Мы одалживаем деньги друг другу. Мы консультируем друг друга. Мы выстраиваем диверсифицированную экономику. Чем больше человеческого капитала вы предоставите людям, тем больше возврат с этих инвестиций вы получите. У вас было, что вы поднимаете трубку, набираете номер и говорите: «Здравствуйте, я занимаюсь тем-то», а вам отвечали: «Извините, у меня для вас нет времени». Но если вы позвоните кому-то и скажете: «Здравствуйте, ваш друг Джо порекомендовал позвонить вам», то он ответит: «Конечно, я уделю вам столько времени, сколько потребуется». Если вы выстраиваете репутацию, то перед вами открываются двери. Всегда ищите возможность привнести добавочную ценность в работу и жизнь других людей, и она всегда вернется к вам сторицей. Вы когда-нибудь устраивали и праздновали что-то в одиночестве? Не очень-то весело, правда? Здесь не хватает сотрудничества, чувства единения. Например, я могу создавать что-то в одиночку. И есть множество подобных примеров. Однако ничего не происходит в вакууме. Вы должны создать круг силы, чтобы воплотить свое видение в реальность. Вы осознаете силу сотрудничества? Позвольте привести вам пример. Один гусь может лететь на 75% дальше в стае других гусей, но никогда не сможет пролететь столько в одиночку. Найдите людей, с которыми захотите сотрудничать, и осуществите свою цель. Давным-давно я прочитал у Эндрю Карнеги: «Окружите себя людьми, которые могут делать то, чего вы делать не умеете, и нанимайте людей, которые лучше вас». Каждый из нас любит делать определенные дела, а остальные мы считаем трудными. Другие люди могут считать эти дела простыми. Поэтому
Поэтому повторюсь, нанимайте людей, которые любят делать то, что вы считаете рутиной, и вы достигнете волшебного успеха в бизнесе и жизни. Иметь хороших сотрудников очень важно, но более важно иметь хороших составителей речей, иметь хороших планировщиков, иметь хороших директоров, иметь людей, которые умеют выполнять намеченный план и получать успешные результаты в день выборов. Один из величайших уроков, которые вы можете усвоить в жизни, таков: определите успешные стратегии окружающих и используйте их в своей жизни. Каждый человек обладает различными талантами. У вас есть талант, у меня есть талант. Но когда мы работаем вместе, 1 плюс 1 равно 11, а не 2. Синергия — это способность взять отдельные части, соединить их вместе и создать непобедимую команду. Командная работа необходима, но это не обязательно означает команду людей. Это может быть команда ресурсов, команда чего угодно, которая поддерживает ваше основное намерение. Когда я работал исполнительным директором юго-западных авиалиний, мы фокусировались на трех основных областях. Видение, то есть осознание, в каком бизнесе вы работаете, воспитание поддерживающей его культуры и ключевой компонент — серьезные отношения, профессиональное обучение сотрудников, серьезные отношения, обучение их навыкам. Если вы работаете с людьми, если вы можете найти людей, с которыми хотите сотрудничать, то создаете синергию, и эта синергия создает движущую силу. Люди, которые учатся сотрудничать, готовы делать то, чего другие делать не готовы, а значит, завтра будут иметь то, чего другие не имеют. Благодарю за этот алгоритм. Знаешь, Скотт, я знаю таких людей, которые уделяют время то саморазвитию, то действиям, но никогда не стоят на месте. Наши гости тому пример. Они здесь потому, что обязались развивать себя, повышать свою ценность. Ты не мог бы помочь нам, рассказав еще один пример правильной последовательности действий? Конечно, Дэйв. Давайте я расскажу вам историю моего друга Стивена И. Он написал серию книг под названием «Проснитесь. Живите жизнью, которую любите». Все началось однажды утром. Во сне он услышал голос, который сказал: «Напиши книгу». Понятное дело, что он был воодушевлен и вдохновлен, поэтому не смог больше заснуть. Он встал и обзвонил всех, кого знал, попросив их помочь со своим видением. Прошло несколько недель. Он устроил вечеринку и пригласил всех своих друзей, которые поделились историями, чтобы помочь написать его книгу. А через пару месяцев он опубликовал ее. По крайней мере, теперь ему было, что предложить рынку. Он обошел местные книжные магазины и спросил, не могли бы они продать его книгу. При этом, как и вчера, он был разорен. Поэтому ему отказывали. Он сказал мне, что ему отказали сотни раз. Но он не сдавался. Он верил в свою мечту. Он проснулся, стал действовать и следовать ей. И у него все получилось. Это было пару лет назад. А сегодня у него 20 книг на рынке, большинство из которых являются бестселлерами и содержат истории таких людей, как Лес Браун, Брайан Трейси и Деннис Уэйтли. Может, уже настало время воспрянуть духом и жить той жизнью, которую вы любите? Это ведь так здорово! Как вы можете видеть, он следовал определенному алгоритму, чтобы вывести свою идею из головы на рынок. Великолепно! Это замечательная воспроизводимая система. И какой хороший пример силы приверженности. Приверженность — это сердце любого дела. Приверженность, как много это значит. Иногда в жизни наступают времена, когда у вас не остается сил. Но знаете, когда вы растете? Вы растете не тогда, когда не можете продолжать. Вы растете тогда, когда не намерены сдаваться. А когда вы не намерены сдаваться? Когда вы привержены и не можете сдаться. Приведу вам пример приверженности в действии. История моего хорошего друга Рубина Гонзалеса, трехкратного олимпийского чемпиона. Когда мне был 21 год, я смотрел Олимпийские игры по телевизору. И я увидел этого небольшого парня, который завоевал золотую медаль в фигурном катании. Скотта Хамильтона. Это вселило в меня надежду. Если этот коротышка смог это сделать, то и я тоже могу. Я буду следующим олимпийским чемпионом, несмотря ни на что. Но я не был хорошим атлетом, поэтому мой план был таков. Найти настолько тяжелый спорт, в котором так много сломанных костей, что многие из него будут уходить, и только я не уйду. Я выбрал санный спорт. Скажу вам, где я жил. Я жил в теплом городе Хьюстон в Техасе. Я собирался заняться санным спортом на льду, зимним спортом. Я ничего о нем не знал, но это было неважно. Поэтому я позвонил в стадион для санного спорта в Нью-Йорке. Я сказал тренеру, я хочу научиться санному спорту, чтобы выиграть Олимпийские игры через
лишь 4 года. Тренер спросил, сколько тебе лет? 21. Он начал смеяться. 21? Забудь об этом, парень. Заниматься этим в твоем возрасте и пытаться победить за 4 года – это смертельно. Когда он это сказал, я начал улыбаться. Я подумал, это как раз соответствует моему плану. Замечательно. Я начал учиться этому спорту. И тренер оказался прав. Это было смертельно. В первые 2 года я разбивался 4 раза из 5. В 3-й год я уже разбивался 1 раз из 100. Я понял суть. И на 4-й год я попал в олимпийскую сборную. Я осуществил свою мечту. Если у вас есть мечта, идите за ней. И если вы откажетесь сдаться, то сможете ее осуществить. Приверженность и успех. Это приводит нас туда, куда мы хотим попасть. В хранилище успеха. Внутри находится инструкция, которая может изменить вашу жизнь. Наверняка всю жизнь вы слышали, как люди говорят, «Найдите свое главное предназначение» или «Живите в соответствии с призванием». Но что вы слышали не так часто, так это то, как именно найти это предназначение. Что ж, смотрите внимательно. Предназначение. Мы все посланы на эту планету ради более важной причины, чем мы сами. Почему мы здесь? В чем наша миссия? Вы только что вошли в хранилище успеха. Успех, по нашему мнению, и мнению других великих лидеров, заключается в том, чтобы определить свою миссию и жить в соответствии с ней. Мы пришли к очень простой идее, своего рода уравнению, которое поможет вам определить, в чем заключается ваше предназначение. Оно выглядит так. S плюс T, умноженное на D и S, равняется успеху. Нет, это не какой-то математический тест или что-то подобное. Это просто уравнение. Если действовать по нему, то вы сможете выделиться из 95% людей, которые лишь мечтают об успехе, и попасть в те 5%, которые достигают его. Это работает так. Предположим, вы любите игрушки. У вас дома их полно. И они всякий раз радуют гостей, когда те приходят. А ваш талант — умение хорошо работать на компьютере. Например, вы мастер искать что-то через поисковые системы. Какие действия вы можете предпринять, используя наработанные связи? Я не знаю. Но вы, например, можете открыть интернет-магазин и начать продавать игрушки онлайн. Вы соединяете свою страсть и свои таланты и предпринимаете действия, используя наработанные связи. Это и есть суть уравнения успеха. Первый элемент — это S. И это означает страсть. Если вы любите то, чем занимаетесь, и верите в это, и умеете собрать людей вместе, страсть будет помощником на пути достижения вашей цели. Страсть — это разница между тем, когда вы пребываете в чем-то, и когда это нечто пребывает в вас. Мы все хотим жить со страстью, и только так мы сможем перейти на следующий уровень успеха. Я щипаю себя каждый день. Я действительно это делаю. Я сделаю это сейчас. Итак, я щипаю себя каждый день из-за своей жизни. Я получаю оплату за беседы с огромным количеством людей на темы, которые важны для меня. Я делал бы это, даже если бы мне не платили, и никто бы не слушал. Меня заставляет двигаться вперед и постоянно напоминает мне, зачем я делаю то, что я делаю, абсолютная любовь к тому, чем я занимаюсь. То, что я делаю, на мой взгляд, так интересно и так наполнено страстью, потому что я имею очень ясное чувство призвания. То, что мы делаем, то, на что мы тратим время своей жизни, стоит того. Ни у кого нет секундомера, который показывает, ваша жизнь начинается и заканчивается во столько-то. Поэтому мы должны быть уверены, что каждый день, каждый момент мы вкладываем свою жизнь в то, к чему испытываем страсть, в то, что мы любим делать, в то, что приносит пользу людям. Самое важное, что вы можете сделать, это уподобиться ученому. Они не работают ни дня, они играют, экспериментируют, стараются понять и учиться. То же самое касается художников, певцов или игроков в гольф. Вы делаете то, к чему испытываете такую огромную страсть, что не волнуетесь о деньгах. И так как вы делаете это хорошо, и делаете это ради служения другим людям, они платят вам за это, ведь вы привносите ценность и надежду. Когда вы испытываете страсть к чему-то, это означает, что вы по-настоящему хотите это осуществить. Чем бы вы ни решили заниматься, будут и другие люди, которые хотят того же. Вам будет трудно. Вам будет тяжело. Вам будет сложно. Вас будет отбрасывать назад.
Но когда вы наполнены страстью и готовы к неудачам в том, что любите делать, тогда остановить вас будет невозможно. Действуйте широким размахом, действуйте правильно, живите со страстью. Страсть — это то, что поднимает вас по утрам. Страсть — это то, что заставляет вас идти вперед, когда не осталось сил. Страсть — это то, что заставляет вас делать вещи, которые не хотят делать конкуренты. Все мои герои обладали страстью. Например, генерал Паттон. Вот что он сказал о страсти. «Успех — это не достижение вершины. Успех — это не быть победителем. Успех — это умение вставать, когда вы упали на колени. Если жизнь сбила вас с ног, попробуйте оглянуться назад. Если вы сможете осмотреться, то сможете и встать. Страсть. Итак, вы поняли, что это жгучее желание внутри вас. Но, к сожалению, этого недостаточно. Видите ли, уравнение успеха — это S, ваша страсть, плюс T. И «Т» очень важно, потому что оно означает талант. Насколько важен талант? Чрезвычайно важен. Подумайте, вы, возможно, смотрели шоу по телевизору вроде «Фабрики звезд». Конечно, в исполнителях много страсти, но, к сожалению, большинству из них не хватает таланта. Вы можете родиться с определенными навыками, возможностями или Богом данными талантами. Но крайне важно их развивать и поддерживать. И учиться по пути. Мы все запрограммированы. Мы все генетически предрасположены к внесению своего вклада в мир. У всех таланты разные, но путь к успеху заключается в том, чтобы фокусироваться не на тех вещах, которые у вас получаются плохо, а на том, в чем вы хороши. Когда люди просят меня выступить с речью, то спрашивают: «Вы когда-нибудь нервничаете?» Нет, я никогда не нервничаю. Но если вы попросите меня прийти спеть или станцевать, тогда я буду нервничать, потому что я хорошо говорю, но не так хорошо пою или танцую. Как я смог создать технологию DSL с нуля? Это было моей страстью. Это было страстью моей и моей команды по-настоящему талантливых людей, которые собрались вместе, объединили свою страсть и таланты и создали то, что изменило мир. Не пытайтесь заставлять себя делать то, к чему у вас нет прирожденного таланта. Все, чего вы добьетесь, это разочарование. Сфокусируйтесь на том, что вы делаете лучше всего. Если вы не талантливы в чем-то, то будете постоянно испытывать напряжение внутри себя, что приведет к появлению множества трудностей в вашей жизни. Поэтому я считаю, что очень важно остановиться, сделать шаг назад и провести поиск и внимательное исследование своих талантов. Вы станете успешным, делая только то, что вам нравится делать. Но зачастую придется попробовать множество дел, пока не найдете подходящее вам. Каждый из нас обладает особыми дарованиями, талантами и возможностями, которыми наделил нас Бог. И наша обязанность — использовать их по максимуму. Ваши таланты кроются в том, что вы любите делать. Например, я всегда любил бодибилдинг. Я люблю силу. Меня восхищает мощь. В каждом из нас есть вещи, которые мы делаем совершенно естественно. Мы обладаем определенными талантами, дарованиями и способностями. Идея в том, чтобы развивать то, что получается естественно, то, к чему вы испытываете страсть. И тогда вы обнаружите, что развивая таланты, которые, по вашему мнению, даны вам Богом, то сможете развивать и другие, потому что теперь уверены, что сможете сделать что угодно. Что интересно, в прошлом мне предоставилась возможность управлять маркетингом одной книжной серии. Я не принял предложение, потому что не придавал значения своим талантам и способностям. Но развивая их на протяжении последних 20 лет, мне посчастливилось найти еще одну возможность. И сейчас я уже знал свои таланты. Я знал, на что способен. Я посвятил себя этому проекту настолько, что сам, мои соавторы и эти книги стали одними из самых продаваемых за все время. Знать, в чем вы талантливы, очень важно. Отыщите свои таланты, найдите, в чем вы великолепны, что вы любите делать, что дается вам просто и без принуждения. Я хочу прояснить, что означает эта непринужденность. Это не означает сидение на диване и ничего не делание. На самом деле непринужденность означает действие без умственного сопротивления. Не ищите свой талант. Делайте то, что делаете со всей душой, и ваш талант найдет вас. Итак, вы объединили свою страсть и таланты. Превосходно! Вы уже на половине пути. Вторая часть уравнения успеха — это D, умноженное на S. D означает одно простое слово. И вы слышали его в каждом хранилище. Это слово «действие». Если вы хотите создать нечто новое, знайте, что есть определенные действия для достижения успеха.
Я верю в закон притяжения. То, что вы запускаете в мир, возвращается обратно. Но закон притяжения не будет работать, пока вы не начнете действовать каждый день. Я верю, что в каждом человеке есть доступный ресурс под названием «страсть». Затем вы можете привлечь свои таланты. Но после этого вы должны приступить к действиям. Вы не можете прилечь поспать на поворотном этапе жизни. Если вы хотите чего-то достичь, например, стать пилотом, пловцом, офицером или политиком, просто сделайте это, начните действовать. Если сегодня вы находитесь не там, где хотели бы быть, начните двигаться по направлению к своей мечте. Начать можно в любой момент. Не сидите и не ждите, пока что-то произойдет. Все уже произошло. Оно ждет, пока вы сделаете шаг. Вы не можете просто сидеть и ждать, когда что-нибудь случится. Вы должны быть проактивны. Идите и сделайте это. Вселенная подстроится под то, что вы хотите делать, если вы встанете с дивана и начнете двигаться вперед. Просто сделайте один шаг. Когда вы делаете шаг, следующий шаг становится очевидным. Сделайте какое-нибудь действие. Даже если оно символическое, сделайте то, что даст Вселенной понять, да, вы серьезно настроены на реализацию цели. И переход от вдохновения к действию. Ральф Уолдо Эмерсон сказал: «Каждый поступок — награда самому себе. Начните действовать, и вы будете вознаграждены». Когда я начинал свой бизнес, из 10 человек только один отвечал «да». Когда дела шли хорошо, это было 2 или 3 человека. Возможно, скоро вам будут открывать 10 человек из 10. Есть опасность, что вы перестанете действовать, думая: «Я уже такой классный, мне не нужно это делать». Вам нужно продолжать действовать, чтобы продолжать получать результаты. Откровенно говоря, я не знаю ни одного человека, добившегося большого успеха без огромных усилий. Если вы чего-то хотите, если вы хотите успеха, то должны заплатить цену сполна. Заплатить цену дисциплиной, либо разочарованием. Иными словами, большинство из нас уже обладает достаточным запасом знаний. Вы уже знаете все, что нужно для успеха. Просто отложите пульт от телевизора. Отодвиньте пачки чипсов в сторону. Встаньте с дивана и начните действовать. Итак, вы начали действовать. Что означает последнее «С» в уравнении успеха? Это слово «связи». Например, как фанаты игрушек нашли свою страсть и таланты, предприняли действия, используя нужные связи, и создали интернет-магазин eBay. Запомните, вы являетесь отражением 5 людей, с которыми проводите большую часть времени. А ваш доход — среднее арифметическое от их дохода. Успешные люди учатся использовать силу связей. Окружите себя людьми, более успешными, чем вы сами. Это улучшит все, что вы делаете. Я думаю, что нужные связи очень важны. Но если у вас нет нужных связей от рождения, их можно создать. И вы можете связаться с любым нужным человеком. Я обнаружил, что самые успешные люди наиболее доступны. Что касается друзей, с какими людьми вы общаетесь? Какие мысли вы закладываете в свою голову? Если вы окружаете себя людьми, которые всегда пребывают в беспокойстве и депрессии, то вы тоже будете это испытывать. Если вы окружаете себя победителями, энтузиастами и счастливчиками, тогда энтузиазм и счастье будут сопровождать вас. И вы увидите это по своему поведению и отношению к жизни. Кем вы окружены? Вам нужно окружать себя людьми, которых вы уважаете, а не теми, на кого вы оказываете влияние. Я могу сказать, куда движется человек, по тому, кем он себя окружает. Когда вы выбираете друга, вы зачастую приобретаете небольшой кусочек своей судьбы. Идея в том, что если вы знаете, куда идете, то внимательно осмотритесь и начните окружать себя людьми, которые идут туда же. Крайне важно окружать себя лучшим, потому что так вы получите лучших людей и лучшие результаты. Я предпочту быть в команде старых звезд, чем быть звездой-одиночкой. Если вы делаете все сами, то не создадите ничего великого. У вас должна быть команда. Главное не я, а мы. Передайте это дальше и делитесь со всеми. Последнее слово о связях. Какой смысл окружать себя великолепными людьми, но не использовать это? Мы рекомендуем вам создать группу знатоков или группу мыслителей. Это когда вы собираете вместе 5 единомышленников и обмениваетесь мыслями, идеями и целями. А знаете, как называется то, когда кто-то окружает себя 5 людьми с негативным мышлением? Мы называем это «тонущий корабль». Каким вы будете через 5 лет, можно определить по 2 вещам. С кем вы общаетесь? И какие книги читаете? Окружите себя мыслителями, и вы станете лучшим мыслителем. Окружите себя тружениками, и вы станете лучшим тружеником. Окружите себя умными людьми, а не глупыми. И вы станете умнее, а не глупее.
Ваш доход за следующие 5 лет будет средним арифметическим дохода 5 ваших ближайших друзей. Возьмите ручку и лист бумаги. Напишите имена 5 ближайших друзей. Напишите, сколько они по-вашему зарабатывают, и подсчитайте среднее число. Вы можете обнаружить то же, что и я. Мне нужны новые друзья. Может возникнуть ситуация, когда мы научились чему-то, сделали что-то новое в своей жизни. Вы рассказываете об этом ближайшим друзьям, и может случиться так, что они попытаются вас остановить. Вы будете предпринимать новые шаги, а они будут вас сдерживать. Не потому, что они вас не любят, но потому, что не хотят вас потерять. Вспомните 5 самых успешных людей, которых вы знаете, и позвоните им. Попросите их уделить вам время. Сделайте этот звонок. Большинство людей не преуспевает, потому что не делают этот звонок. Если вы хотите настоящего успеха, окружите себя чемпионами. Каждый день, проведенный с людьми, знающими, куда вы идете, и старающимися помочь, будет менять вашу жизнь. Успешные люди мыслят широко. Они всегда фокусируются на вопросе: «А что если?» Они фокусируются на мечтах. Когда вы окружаете себя успешными людьми, вы тоже начинаете широко мыслить. Одна простая причина мыслить позитивно — счастливые люди привлекают в свою жизнь счастливых людей. А несчастные — нет. Экспоненциальный рост ваших мыслей и энергии — вот в чем сила группы знатоков. Когда вы хотите расти, когда вы хотите развиваться, окружите себя людьми, которые делают то, что хотите делать вы. Вы хотите иметь хорошую форму? Окружите себя людьми, которые следят за собой и имеют хорошую форму. Вы хотите зарабатывать больше денег? Следуйте за людьми, которые зарабатывают много денег. Эти примеры помогут вам понять, как этого достичь. Это превосходный пример преобразования целостной концепции в простую для использования формулу. Я даже не смогу припомнить, сколько раз я делился этим со своими клиентами. Грег, ты мог бы разъяснить эту формулу на еще одном примере? Конечно. Я расскажу вам историю Али. Это один из моих молодых учеников в родном городе Сан-Диего. Хороший парень, 23 лет. Он работал электроинженером и был не очень счастлив на своей работе. Я стал встречаться с ним раз в месяц и спрашивать: «Что ты действительно хочешь делать в своей жизни? Потому что я вижу на тебе то, что называю золотыми наручниками». Это когда вы зарабатываете столько денег, что просто не можете уйти, поэтому застреваете на месте. Я спросил: «Чем ты хочешь заниматься на самом деле?» «Я не знаю». Поэтому мы сделали упражнение под названием «Уравнение успеха». В результате в колонке «Страсть» получилось искусство. Он сказал: «Искусство — это то, что я обожаю». В колонке «Таланты» была инженерия. Я спросил: «Ли, как ты можешь предпринять действия, используя нужные связи, и получить хороший результат?» Он ответил: «Я создал кое-что под названием водяная панель». «Что это?» Он продолжил: «Водяная панель — это навесной водопад, расположенный в помещении, по которому плавно стекает вода. Это может сопровождаться прекрасными звуками и музыкой, и является вдохновением для всех, кто это видит». Я ответил: «Здорово! Так сделай это!» «Я не могу. Золотые наручники». Прошло 2 месяца. Мы встретились снова. Я посмотрел на его лицо. Он был опечален. «Что случилось?» Он ответил: «Меня сократили». «Отлично! Это же здорово!» «Что? Приятель, ты разве не понимаешь? Это твой билет к свободе!» Помнишь, о чем мы с тобой говорили? Об уравнении успеха. Когда мы объединяем свою страсть и таланты и начинаем действовать. «Возьми! Это твой билет к свободе!» Он сказал: «Хорошо, я попытаюсь. Дай мне полгода». И знаете что? Через 3 месяца телекомпания ABC осветила его работу. Он появился в передаче «Экстремальное обновление интерьера в доме». Весь эпизод был посвящен его водяной панели. А фактически он появился в 4 лучших эпизодах. Вскоре его разработка была во всех ресторанах и домах по соседству. Парень заработал отличный доход, потому что сделал следующее. Применил свою страсть и талант, предпринял действия, используя нужные связи. Это и есть уравнение успеха. Вот мы и здесь. Мы вводили комбинации, отпирали замки и открывали двери хранилищ в таких областях, как богатство, вдохновение и успех. Но есть еще одна. Почему люди стремятся ко всему этому? Все сводится к одному понятию. Счастье. Давай раскроем это, Скотт. Добро пожаловать в хранилище счастья. Есть важный вопрос. Существует ли карта или план того, как жить счастливой и полноценной жизнью?
К счастью, ответ на этот вопрос – да. Все начинается с благодарности. К несчастью, мы зачастую воспринимаем ее ограниченно. Я буду благодарен, как только найду новую работу, как только заведу новые отношения, как только добьюсь победы. Но по правде говоря, когда мы благодарны не только за то, что имеем в жизни, но и за тех, кто есть в нашей жизни, тогда и начинается настоящее приключение. Лучшее место, чтобы начать, это состояние благодарности. Будучи благодарным за то, что есть в вашей жизни, вы сможете улучшить это и привлечь больше того, за что благодарны. Один из ключей к успеху — иметь установку на благодарность. Постоянно думать о том, за что вы благодарны. Ведь когда вы постоянно думаете о том, за что вы благодарны, то прежде всего вы становитесь счастливым человеком. Сила благодарности в ней самой. Если она в вашем сердце, вы притягиваете подобное в свою жизнь. Благодарность — это противоположность зависти. Если мы выражаем зависть в любой форме, то автоматически ставим заслон от вибрации Вселенной. Но когда мы благодарны за то, что уже имеем, и благословляем других, имеющих то, чего мы хотим, мы создаем мгновенный магнетизм во всей Вселенной и привлекаем новые возможности. Когда мы думаем о благодарности, мы зачастую понимаем ее как благодарность в уме. Один из ключей к успеху — быть благодарным другим людям. Когда кто-то сделал что-то для вас или привнес нечто ценное в вашу жизнь, подойдите к нему и скажите, как вы ему благодарны. Это создаст эмоциональную связь, которая будет соединять вас и поможет достичь успеха. Начинайте каждый день, думая о 10 вещах, за которые вы благодарны. Даже еще перед тем, как встать с кровати или выполнением утренних процедур. Просто подумайте об этих вещах. Например, я благодарен за хорошую погоду, за то, что завелась машина. Это может быть что угодно. Я хочу вам сказать, чтобы вы благодарили за то, что большинство людей воспринимает как данность. Поэтому если вы посмотрите на свою жизнь и начнете благодарить даже за небольшие вещи, ваша признательность станет возрастать. И это энергетическое поле будет притягивать в вашу жизнь больше вещей, за которые вы будете благодарны. Вы можете увидеть здесь подобие. Вселенная воздает должное тем, кто ценит то, что уже имеет. Когда мы праздновали мой 50-летний юбилей, мой сын-подросток встал и попросил дать ему слово. Дети в подростковом возрасте не любят хвалить своих родителей. Поэтому я даже не знал, что он может сказать. Знаете, что он сказал, когда встал? Я хочу поблагодарить своего отца за то, что он всегда счастлив. Это было лучшее, что он мог сказать. Это лучше, чем если бы он сказал: «Я хочу поблагодарить отца за любовь ко мне, я хочу поблагодарить отца за поддержку, за то, что он хороший человек», или еще что угодно. Это было лучшее. Показатель величия — это благодарность. Моя любимая молитва звучит так: «Господи, мы благодарим Тебя за нашу еду, но даже если нам нечего есть, мы все равно Тебе благодарны. Мы благодарны не только за то, что Ты даешь нам, мы благодарим Тебя за привилегию учиться благодарности». Вы когда-нибудь ощущали на своих плечах груз всего мира? Это гнев и обиды. Попробуйте такую стратегию. Если что-то не получается, отпустите это. Вы должны научиться прощать. Это второй шаг на дороге к счастью. Прощайте других, но что более важно, прощайте себя. Гордитесь собой и ощущайте свое достоинство. Так вы преодолеете любые препятствия. Радость — это награда за прощение. Чтобы быть успешным в жизни, нужно научиться прощать две категории людей. Первая — это все люди, которые обидели вас или отказали вам, когда вы в них нуждались. И вторая — это вы сами. Настало время каждому из нас открыть настоящего мыслителя в самом себе. Сильного, талантливого, здорового и богатого. Не попадайте в ловушку того, кем, как вы думаете, вы являетесь. Когда вы прощаете себя, вы открываете дверь к настоящему себе, в ком кроется ваше истинное величие. Если вы чувствуете себя ограниченным, то потому что принимаете неудачи близко к сердцу. Простите себя и откройте внутреннюю дверь. Вы должны быть готовы отпустить прошлое. Вы когда-нибудь пытались вытянуть хороших людей, потому что хотели для них успеха? Но так вы потерпите неудачу вместе с ними. Вы не сможете прийти туда, куда хотите попасть, если постоянно фокусируетесь на том, где были раньше. Когда вы прощаете других, то отпускаете прошлое и работаете на будущее. Люди совершают ошибки. Но вот что знаю я. Когда другие люди совершают ошибки, мы хотим справедливости. Когда мы совершаем ошибки, то хотим милосердия. Вот одна из вещей, которая изменит вашу жизнь. Когда другие люди ошибаются, будьте к ним милосердны, и это откроет целый новый мир для вас.
Вы должны искать хорошие стороны в любой ситуации. Вот что я обнаружил. Атлеты становятся лучше только через борьбу. Люди становятся лучше только через усилия. Бойцы становятся лучше только тогда, когда их противники сильнее. Поэтому ищите хорошее в любой ситуации. Прощайте с такой точки зрения. В ней было нечто полезное для меня. Нечто, чему можно поучиться. И я больше не позволю этому случиться. Так вы сами станете лучше. Что касается прощения. Не идите по жизни с тяжкой ношей из ядовитых обид. Прощайте. И это первое, что сделают для вас другие люди. Счастье начинается с прощения. С прощения себя и прощения других. Счастье убережет вас от обид и негодования. Видите ли, обиды и негодования похожи на яд, который пьете вы в надежде, что отравятся другие. Недавно я испытал озарение. Знаете, есть фраза: «Когда вы прощаете, то забываете». А я услышал: «Нет-нет, прощать не значит забывать. Прощать означает помнить, но не держать обиду». Да, это большой прорыв для меня. Следующий шаг по-настоящему полноценной жизни – это служение. Быть великим означает помогать и служить другим людям. Суть в том, чтобы помогать другим. Подумайте, в какие моменты вы больше всего хотите делиться с другими, когда вы счастливы. Служение людям – показатель по-настоящему успешного человека. Если вы не занимаетесь тем, что переживет вас, вы растрачиваете свое время. Вы должны вкладывать свою жизнь в служение другим людям, особенно следующим поколениям. Мы все вносим перемены, но мы вносим перемены, не завоевывая золотые медали или высокие награды, или зарабатывая много денег и покупая кучу машин. Мы вносим перемены, каждый день делая лучшее, на что способны. Мы вносим перемены, создавая что-то и меняясь, открывая хорошее в людях. Талант и деньги являются добродетелями, только если направлены на служение другим людям. Я всегда знал, что не могу сдерживать свои таланты. Я должен использовать их на служение. Когда я даю вам то, что имею, и это улучшает вашу жизнь, то я следую своему предназначению. Служение – универсальное средство для достижения счастья. Вы должны быть в контакте с миром и давать что-то людям, чтобы по-настоящему чувствовать ценность своей жизни и осознавать единение с миром. Есть люди, готовые делать для других больше, чем для себя. Посмотрите на общественных работников. Людей, которые посвящают свою жизнь служению другим. Живите в служении и с радостью отдавайте другим. В служении хорошо то, что когда вы даете другим людям, то даете и себе. Когда я был моложе, то думал, что благотворительность — это только дарение денег. Но с возрастом я понял, что творить благо можно и даря улыбку, делясь настроением, помогая другому человеку. Когда в вашей жизни происходит нечто хорошее, то в такие моменты вы больше всего хотите быть бескорыстным. Мы должны быть филантропами во всех смыслах этого слова. Я говорю о том, чтобы, например, утешить несчастного. Или сделать комплимент тому, кто хорошо выполнил работу. Вы можете поделиться временем, деньгами, дружеской рукой помощи или просто быть хорошим слушателем. В служении человек может стать настолько восприимчивым, что удовлетворяет нужды другого даже еще до того, как этот человек попросит об этом. Это и есть настоящее дарение. Многие люди думают: когда я стану успешным, тогда и буду отдавать больше. Когда я буду иметь больше времени, денег, талантов и влияния, тогда и начну отдавать. Но мы должны быть более ответственными, когда нам самим нужно больше. Найдите кого-нибудь и внесите перемены в его жизнь. Тогда вы обнаружите, что и в вашу жизнь входит все то, чего вы желаете. Я знаю много парней, которые ждали до 45 лет, прежде чем пожертвовать первый доллар. Сколько возможностей они имели за всю карьеру, чтобы поделиться своим временем, деньгами, опытом, теми вещами, которые имеют значение. А ведь это были прекрасные возможности передавать дальше. Взглянем правде в глаза. Стресс неизбежен, но самые счастливые люди на планете владеют стратегиями совладания со стрессом. Некоторые считают до 10, другие практикуют акупунктуру, третьи медитируют. У каждого способы свои. Но самое главное — иметь стратегию. Вы будете подвергаться стрессу. Я сам подвергаюсь стрессу. Я тоже выхожу из баланса. Но из своего опыта я понял, что очень важно иметь то, что называется внутренним счастьем. Знаете, есть мнение, что стресс — одна из главных причин смерти в Америке. Так оно и есть, ведь стресс сильно вас подавляет. Вы знаете, о чем я. Возможно, бывают дни, когда вы просыпаетесь и не хотите вставать с кровати и видеть близких вам людей. Но если вы найдете способ создать баланс в своей жизни, чтобы избавиться от лишнего стресса, будь это перерыв на работе, расслабление, поход в спортзал и хорошая тренировка, или прогулка на природе, то вы обнаружите, что становитесь намного успешнее, ведь вы пребываете в гармонии. Когда я чувствую стресс, то выхожу за рамки обстоятельств. Я становлюсь наблюдателем. Я рассматриваю ситуацию с других углов и понимаю, что все это часть картины.
У каждого из нас бывают трудные моменты, поэтому нужно выделять время на уединение, молитву, медитацию, отключив телефоны и изолировавшись от суеты. Делая все это, я продвигаюсь на новый уровень, чтобы вернуться в игру жизни абсолютно свежей и готовой к действию. Когда я нахожусь в стрессе, я останавливаюсь и задаю себе вопрос. Как думаешь, тебе нужно изменить восприятие этой ситуации или свои действия? Ответ на него устраняет стресс и дает мне силы и возможность преодолеть обстоятельства, которые казались стрессовыми. Недавно в мой офис зашла женщина и сказала: «Я так подавлена». Я ответил: «Я вас не расслышал». Она сказала: «Я так подавлена». «А как вы ходите, когда подавлены?» Она переспросила. «Как я что?» «Да-да, как вы ходите, когда подавлены?» «Ну вот такими медленными маленькими шагами, как сейчас». «А как вы держите плечи, когда подавлены?» «Мои плечи опущены вниз, а подбородок касается груди, как сейчас». «А как вы говорите, когда подавлены?» Она ответила: «Ну, я говорю в нос невнятным гнусавым голосом». «А давайте попробуем вот что. Встаньте и попробуйте пройтись энергичной пружинистой походкой. Расправьте плечи, поднимите подбородок, натяните улыбку на лицо и действуйте так, будто вам хорошо». Она встала, начала ходить по офису пружинистой походкой, расправила плечи, подняла подбородок, улыбнулась, посмотрела на меня через плечо и сказала: «Знаете что? Я чувствую себя намного лучше. Итак, давайте я посоветую вам кое-что на будущее. Когда вы чувствуете себя подавленно, сядьте на кресло, а потом резко вскочите с него, воскликнув: «Я подавлен!» Я часто напоминаю своим клиентам, что у любой проблемы, кажущейся неразрешимой, всегда есть простое решение. Я думаю, мы должны понять, что сами ответственны за возникающий в нашей жизни стресс. Это не нечто, отделенное от нас. Стресс возникает из-за нашей интерпретации или значения, которое мы наделяем случающиеся с нами события. Я знаю, что начинаю испытывать стресс, когда теряю ощущение тела, чувствую тревогу, и мои мысли крутятся вокруг какой-то проблемы. Но если я могу уделить себе время, чтобы глубоко вздохнуть, поставить ступни на землю, ощутить то, на чем сижу или на что опираюсь, что бы это ни было, если я могу прочувствовать свое тело, это помогает мне оценить ситуацию, успокоиться, сконцентрироваться и вернуться в свой источник счастья. Скотт, я могу попросить тебя проиллюстрировать одну из этих стратегий? Вообще, Дэйв, у меня как раз есть такой пример в моем практическом руководстве. Он называется «Муравьи и обезьяны». Муравьи. Они есть у всех. Это автоматические негативные мысли. Есть мнение, что в нашей голове возникает более 60 тысяч мыслей в день, и, к несчастью, большинство из них негативные. Позвольте спросить вас, что больше муравья? Обезьяна, конечно. Это автоматический позитивный опыт. Это может быть воспоминание об успешном окончании учебы, или о свадьбе, или о приятном отпуске из прошлого. Но помните следующее. Хотя обезьяна больше муравья, 60 тысяч этих негодников смогут уложить даже самую большую обезьяну. Моя обезьяна — это песня Билли Джоэла «In the Middle of the Night». Я достаю ее из своих воспоминаний, так сказать. Это работает так. Я веду машину, и вдруг кто-то подрезает меня. Как и у других людей, у меня вылезает муравей в виде автоматической реакции. «Ах ты такой-то сын!» Но затем появляется моя обезьяна, которая намного сильнее и легким щелчком смахивает муравья. А я начинаю напевать мою любимую мелодию. Конечно, поначалу для этого требуется определенный навык, но вскоре вы заметите, что ваша обезьяна расчистит ваши мысли и будет смахивать любого муравья, который высунет голову. Вот она, сила превращения муравьев в обезьян. А вот один из моих любимых шагов к счастливой жизни. Личное время. Например, я люблю длинные поездки. Нет, не пробки на дорогах. Я люблю долго ехать по открытой дороге с прекрасным пейзажем. Таким образом, я очищаю свой разум от бесконечных мыслей. Я фанат личного времени. Я всегда нахожу время, чтобы прогуляться по пляжу. А когда прихожу в лес, то люблю наблюдать, как зеленеют деревья. Самый простой способ наслаждаться жизнью — пребывание на природе, возле океана, где вы можете подышать свежим, чистым воздухом. Наслаждайтесь своим обществом. Не принимайте себя слишком серьезно. Наслаждайтесь жизнью и общением с людьми, которые вас окружают. Просто смейтесь, хорошо проводите время. Мой совет — отыщите свое святилище. Для меня это пенистая ванна. И мне нравится мысль, что дверь заперта, ванна имеет удобные изгибы, а рядом стоят свечи. Иногда можно добавить стакан хорошего вина. Для вас это может быть ваш сад или большое кресло.
Что бы это ни было, найдите это. Проснувшись, первые 30 минут я уделяю себе, планируя свой день, читая аффирмации, молясь, медитируя, настраиваясь на правильную волну. Ежедневно выделяйте первый час после пробуждения и инвестируйте его в то, что делает вас счастливым, здоровым и богатым. Потом расскажете, как у вас идут дела. Самый лучший способ уделить себе время – это отдохнуть. Мои пациенты часто говорят, что не могут заснуть, потому что не могут выключить свой ум. Отключиться и заснуть возможно, но вы должны дать себе время на это. Люди часто говорят: «У меня нет времени на тренировки». У всех нас есть время на тренировки, мы только должны взять на себя обязательства. Я выступаю перед десятками тысяч людей и совершаю сотни перелетов в год, но я нахожу время на тренировки, потому что взял обязательство придерживаться здорового образа жизни. Вы ничего не можете вынуть из пустого пакета. Вы должны регулярно контролировать, что не истощились интеллектуально, эмоционально или духовно. Позаботьтесь о себе, ведь вы свой самый главный актив. Последний шаг в последнем хранилище очень легкий и простой. Улыбайтесь. Один из самых простых подарков, доставляющий мне огромное удовольствие и от которого люди испытывают радость при получении, это улыбка. Очень важно улыбаться, чтобы почувствовать позитивные эмоции, даже если вы не ощущаете их в настоящий момент. Это может показаться глупым, но это не так. Когда вы улыбаетесь, меняется язык вашего тела, и вы чувствуете себя намного лучше. Передай дальше. Передай дальше. Передай дальше. Ваша улыбка – самый эффективный метод коммуникации. Она преодолевает любые барьеры. Улыбка – это ключ к дверям, которые, как вы думали, невозможно открыть. Одна из лучших техник, которые я узнал на пути к успеху, это улыбка. Я понял, что для меня это отличный способ управлять своим окружением и своим отношением. Улыбка — секретное оружие успеха. Передай дальше. Передай дальше. Да, я люблю улыбаться, но в моем возрасте это уже не так-то просто. Дела идут плохо, они идут не так, как вам бы хотелось. Улыбнитесь. Подумайте, сколько денег вы тогда заработаете. Прелесть улыбки в том, что если вы дарите улыбки окружающим, то в тот день, когда вы чувствуете уныние, печаль или тревогу, кто-то из тех, кто раньше видел вас радостным, улыбнется вам теперь, что вызовет вашу ответную улыбку, и вы сразу почувствуете себя лучше. Давайте улыбаться всем, везде и всегда. Передай дальше. Передай дальше. Передай дальше. Передай дальше. Передай дальше. Передай дальше. Улыбка — это то, что создает атмосферу. Атмосфера не приходит ниоткуда. Кто-то должен ее создать. А самый простой и легкий способ создать дружескую атмосферу — это большая улыбка. Вот это приключение. Однако это не конец путешествия. Здесь все только начинается. Чтобы максимизировать свою эффективность, сделайте следующее. Во-первых, окиньте серьезным, реалистичным взглядом все то, о чем мы говорили сегодня. Рассмотрите сферу богатства, вдохновения, успеха и счастья. И будьте честны перед собой. Какова ваша отправная точка в этих областях по десятибалльной шкале? Скажем, 1 — это никчемность, а 10 — совершенство. Это ваша отправная точка. Затем акцентируйтесь на позитиве. За высокие оценки похлопайте себя по плечу. Следующее — устраните негатив. Пролейте свет на области с низкой оценкой. И сделав это, вы сможете начать работать над их устранением. Как это сделать? Применяя предложенные идеи наставников. Начните предпринимать верные действия. Продвигайтесь все ближе и ближе к совершенной десятке. Все верно. Наше путешествие провело нас через 4 хранилища с наставниками и вдохновляющими лидерами. Они поделились своим мудрым видением того, как жить в постоянном изобилии. А теперь вместе мы призываем вас учиться этому, жить этим и передавать это дальше. Это та великая жизнь, которая всем нам предназначена. Так начните жить ею.
Вам не нужно быть великим, чтобы начать. Но вам нужно начать, чтобы найти свою величественную идею и осуществить свое предназначение. Величайшее переживание в жизни — найти свой успех и свое счастье и передать их дальше. Во Вселенной столько радости прямо сейчас, что если вы по-настоящему проникнетесь этим счастьем, восторгом, богатством, абсолютным успехом и вдохновением, то щелкните каблуками, начнете двигаться в ритм и танцевать. Вся ваша жизнь будет танцевать. Вы будете танцевать для Бога, танцевать для изобилия, танцевать для процветания. И тогда вся Вселенная будет танцевать для вас. Вот за тем углом как раз светит радуга в небесах. Так давай еще по кружке кофе и съедим кусочек пирога. Неприятности — это ерунда, их преодолеем, не беда. Так давай еще по кружке кофе и съедим кусочек пирога. Pass it on. Pass it on.
Thank you.